А теперь представьте плохо продуманный комбинационный замок. Такой, который дает небольшие подсказки, как в детской игре «Охота за тапком», когда вы говорите «теплее, теплее, холоднее, теплее, теплее». Представьте, что каждый раз, когда вы поворачиваете диск, вы становитесь немного ближе к правильной комбинации. Представьте, что дверь хранилища при этом, скрипя, приоткрывается, и из образовавшейся щели выпадает немного денег. Податливый комбинационный замок. Такой, благодаря которому грабитель банка быстро сорвет джекпот, если он будет получать такие подсказки. Податливый комбинационный замок — это лучшая аналогия для дарвиновской эволюции, чем настоящий банковский замок, который имеет только два варианта — либо все, либо ничего. Проблема в спорах с креационистами заключается в том, что все они думают, что дарвиновская эволюция — это все или ничего теория. Нельзя быть еще дальше от истины. Но Бог, теория Бога, с другой стороны, это действительно все или ничего теория. Потому что Бог постулируется существующим еще до начала всего, до того, как начался процесс эволюции. Я могу представить богоподобных существ, таких существования которых предположили Крик и Оргил, которые с их планетой посеяли жизнь на нашей. Я могу представить богоподобных существ, таких, что если мы их встретим, в смысле, если они прилетят сюда, а чтобы прилететь сюда, они должны быть богоподобными, потому что мы никоим образом не можем прилететь к ним. Я имею в виду, что они должны быть мастерами в таких технологиях, о которых мы даже понятия не имеем. Мы будем поклоняться им как богам, но они не будут богами, потому что в конечном счете они тоже эволюционировали постепенным процессом. Но Бог Старого Завета, Бог Нового Завета, Бог мусульман всегда существовал. Он — это первоначальный Боинг 747. Хорошо, почему бы не преподавать противоположной теории? На картинке статья Times, заголовок: «В канзасских школах теория аистов будет преподаваться параллельно с теорией беременности. История, созданная для того, чтобы не объяснять детям секс, теперь продолжит жизнь как теория аистумного замысла. Недовольные биологи считают, что эта теория не способна объяснить, кто или что приносит детенышей аистов». В науке существуют настоящие, противоположные и очень интересные теории. И мы, конечно, должны преподавать их. Очень важно в научном образовании понимать, что наука — это не законченное дело, что ученые часто меняют свое мнение в свете новых появившихся фактов. Это важно. Поэтому давайте преподавать противоположные теории, которые на самом деле являются настоящими научными теориями. Но противоположная эволюции теория разумного замысла — это не настоящая теория вообще. Я надеюсь, это не просто выдача желаемого. Действительно, предполагать, что новая волна разума сейчас проходит по Америке, Британии и всему западному миру. Одним из ее индикаторов является волна книг-бестселлеров, которые я рад продемонстрировать. И, возможно, еще более значимой является негативная реакция. Я предлагаю вам посчитать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Блохоллюзия. Вы, конечно, узнали слова W. B. Йейтса, была ли когда-нибудь собака, которая хвалила своих блох. Теперь вот это я должен избавиться. И еще одна хорошая запоздавшая мысль. Возможно, вы не видели британского издания, но это копия дизайна обложки британского издания книги «Бог как иллюзия».
В этой лекции я не пытаюсь дать вам факты. Я абсолютно не пытаюсь что-то вам внушать. Я пытаюсь повысить сознательность. Фраза «повышение сознательности» встречалась всем нам в контексте феминизма. Это очень важно. Нет закона, запрещающего использование во фразах вроде «права человека» или «один человек, один голос» английского слова «man», означающего «человек» или «мужчина». А сейчас, поскольку мы все обладаем повышенным феминизмом сознания, многие из нас чувствуют себя неловко, когда слышат фразу, одним из значений которой является «один мужчина, один голос». И даже те люди, которые до сих пор используют слово «man» в такого рода изречениях, делают это, имея повышенную сознательность, то есть они понимают, почему они так делают. Они либо отстаивают традиции английского языка, либо специально пытаются разозлить феминисток. Но и те, и другие обладают повышенной сознательностью. И я хочу повысить нашу сознательность в отношении неосознанных допущений, которые мы все делаем относительно религии. Позвольте мне провести на вас небольшой эксперимент. В канун Рождества однажды британская газета Independent искала подходящую фотографию и нашла сентиментальное коммунистическое фото со сценкой из школьной рождественской пьесы, в которой роли трех волхвов исполняли Шадприт, сикх, Мушараф, мусульманин, и Адель, христианка, которым по 4 года. Позвольте предположить, что вы, возможно, думаете, что эта фотография весьма милая. Как хорошо, что 4-летние дети, относящиеся к разным религиям, могут вместе участвовать в рождественских постановках. А теперь представьте, что заголовок говорит следующее. Шадбрит – социалист, Мушараф – консерватор, и Адель – либералистка, всем по 4 года. Шадбрит – атеист, Мушараф – агностик, и Адель – светская гуманистка. Всем по 4 года. Я пытаюсь повысить сознательность. Я надеюсь, что эта серия из 3 слайдов повысила вашу сознательность. Я надеюсь, что с этого времени, каждый раз, когда вы услышите, что кто-нибудь говорит, скажем, о католическом ребенке, или о протестантском ребенке, или о мусульманском ребенке, вы будете протестовать. Вы скажете, что вы не можете так говорить о постмодернистском ребенке, или кейнсианском ребенке, или о монетаристском ребенке. Нет такой вещи, как католический ребенок. Есть только ребенок католических родителей. Нет такой вещи, как протестантский ребенок. Только ребенок протестантских родителей. Нет такой вещи, как мусульманский ребенок. Только ребенок мусульманских родителей. Я повторяю эти фразы снова и снова. Возможно, слишком часто. Слишком часто? Нет такого понятия, как слишком часто, когда вы заняты повышением сознательности. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, протестуя каждый раз, когда вы слышите о католическом ребенке, о протестантском ребенке, о мусульманском ребенке и так далее. Я надеюсь, что эта небольшая попытка повышения сознательности возымела некоторый эффект. Сейчас я собираюсь показать вам небольшой 3-минутный ролик британского комедиата Маркуса Брикстока. Он достаточно веселый, я надеюсь, вы не возражаете, и я надеюсь, вас он не оскорбит. Поверх этого монолога кто-то наложил что-то вроде картинок, но изначально, я думаю, он шел на радио. В итоге, я надеюсь, что ваше мнение о повышении сознательности станет таким же, как высказываю я. Давайте начнем. Я надеюсь, что звук появится сам. Здравствуйте. Я бы хотел начать эту неделю с просьбы, обращенной к последователям 3 авраамических религий. Мусульманам, христианам и иудеям. Ничего серьезного, правда? Но как вы думаете, после того, как вы закончите уничтожать мир и взрывать друг друга на куски, требуя особых привилегий, можно ли будет уцелевшим подумать о том, как вернуть нашу планету? Я бы не спрашивал, но я начинаю думать, что, может быть, что-то такое написано в особых книгах, на которые вы все любите ссылаться, что говорит вам о том, что вполне нормально вести себя как демонстративно дерзкие, дрочливые дебилы.